Старую программу. Дело в том, что сам коллектив был собран и образован в 2003 году, но у нас был довольно солидный перерыв в 11 лет, поскольку один из членов коллектива уехал на постоянное место жительства в страну Израиль, вот, на историческую родину, да, и мы остались без флейтиста, но ему на смену пришел Илья. В этом году мы познакомились. Да, и это огромное приобретение для коллектива, это большая, большая удача. И это позволило его присутствие, позволило нам вернуться все-таки к тому, что мы хотели сделать. Первая композиция называлась «Русская пастушья», и наверняка вы угадали какие-то близкие русской фольклорной музыки мотивы. Ну и вот этот инструмент, почему пастушья, потому что вот этот инструмент, который очень так, просто выглядит, но сложно звучит, это пастушня или барабанка, инструмент, с помощью которого осуществлялся выпас коров в южных регионах России. То есть на севере играли на рожках, а на юге играли вот на таком вот инструменте. Это вот такая вот пастушья композиция была. Следующая композиция называется «Буклук», то есть это и название на тюркском языке, и одновременно и на английском «Глядя в книгу». Мы открываем для себя новые музыкальные пространства с помощью того, что заглядываем как в книгу, в историю культурных образований, которые возникают здесь и сейчас. То есть нашу музыку сложно назвать чисто этнической, фольклорной, или это не джаз, безусловно, но существуют какие-то элементы фьюжн. Я взял на себя смелость назвать нашу группу Art Ethno Fusion, играющую в этом стиле. То есть, там, три слова, все очень сложно, но надеюсь, что слушается просто. Спасибо. Итак, «Буклук».
Thank you.
Следующая композиция же ребенок. Стид. Стоит юрта большая на пороге. Или у порога юрта. Седой сокал. Вырезает лук новый. И наблюдает за тем, как в поле бегает его внук. И рядом с ним бегает же ребенок, родившийся неделю назад. Thank you.
есть такой обычай, когда празднуется какой-то праздник, вот, мужчины отдельно собираются в свой круг и танцуют свой персональный специальный мужской танец. Вот. Женщины в этом танце не участвуют, они стоят вокруг и смотрят, но мужчины танцуют этот танец сами. Вот у нас тоже сегодня праздник, у нас после долгого перерыва наконец-то концерт, у нас публика, мы вам за это очень благодарны. И мы сыграем для вас мужской танец. Thank you.
следующее, как говорится, соло у меня Илья Ефимов Альт. Много-много лет назад я придумал тему, которую просто наигрывал время от времени. И как-то вот во время одной из наших репетиций я наиграл эту тему ребятам. Она мне настолько понравилась, что мы очень быстро сочинили целую композицию, которую назвали
Вигимесу. Если вы знаете, есть такой нож, который называется колыбелька-нож. Это такой нож с двумя ручками, которым режут всякие овощи. Вот так делаю. Вот. И еще одна аллюзия, это с песней Мэки нож знаменитый, джазовый. Вот. Таким образом получилась композиция, которая имеет очень такое многослойное, многопространственное такое значение. Я думаю, сейчас вы это все услышите. Thank you.
еще есть с этой композицией одна аллюзия. Я ребятам про нее рассказывал. Но расскажу и вам. Непонятно, почему у меня корабелька нож. У меня есть друг. Вот это немецкий тубист. Пятерка лучших тубистов мира. Клаус Бургер. Живет он в Баден-Бадене. Долгое время играл в симфонических оркестрах. Очень долгое время. Заслуженный во все просто возможных оркестрах Германии переиграл. Потом в определенный момент решил, что в жизни нужно что-то менять. Снял башмаки. Вот, и начал ходить босиком. Начал делать себе дреды. Вот, то есть, от него ушла жена вместе с детьми. Вот, да. Может быть, это, конечно, не важно, но вот он на сегодняшний день 28 лет ходит босиком. То есть вот везде, в любых ситуациях, даже в Пермь приезжал, когда был фестиваль, Грунов фестиваль. Вот, и ситуация какая? Колыбелька, потому что у него на кухне несколько таких вот ножей, и с одним из них была связана защищательная история. Как раз в этот период, когда он отправился в лес собирать какую-то траву для своих специй, потому что он очень любит заниматься кухней, и прочим. Значит, в это время в Баден-Бадене проводился саммит НАТО. Вот. И угораздило же этому саммиту проводиться именно в той самой кирхе, которая была буквально в 100 метрах от жилища Клауса. Большой трехэтажный дом, на крыше которого он занимается всеми своими кухонными, значит, изысками. Ну, естественно, Баден-Баден весь там каким-то образом оцеплен. Как рассказывал сам Клаус, очень смешно, канализационные люки заклеены бумажным скотчем крест-накрест. То есть предполагается, что ни один террорист пусть этот скотч прорываться не должен. То есть, ну, такая вот история. В небе несколько вертолетов, значит, все это пространство просматривается, и тут вот этот момент, значит, Клаусу почему-то зачем-то захотелось заняться приготовлением песто. Ну, значит, взял этот свеженарезанный зеленый базилик, взял этот колыбельку нож и выперся на крышу. То есть они все, никого никто не вылезает, сами дна, везде снайперы. Все, значит, пространство просматривается, практически простреливается, тут появляется Клаус в таких широких тайских штанах. С голым торсом, с колыбелькой ножом, вот это в виде мяса, пучком базилика и доской специально для этого усаживается, крестив ногу, и начинает вот эти вот методичные движения. Говорит, вокруг на крышах невероятный ажиотаж. Все разворачивается, он говорит, видит вот эти красные точки, которые вокруг него начинают мельтешить, как у них. Подлетает какой-то вертолет, значит, ему из вертолета, значит, человек с винтовкой что-то рассказывает ему, по типу того, что ему необходимо убраться оттуда, но он не реагирует, он продолжает. Подкладывает, свежий, продолжает, резать. Замечательно. Когда он закончил свою процедуру, он поворачивается тулом к вертолету, снимает штаны, надевается, демонстрирует, закрывается, забирает свою ручку и уходит внутрь дома. Когда он это рассказал, он на крыше, мы лежали. Потому что на самом деле, как это было красиво сделано. Но когда мы отсмеялись, он сказал, что, пожалуй, второй раз он такой шутки не повторит, потому что страшно ему было очень. У меня вот такая вот тоже аллюзия, потому что вот это вот легкое безумство, которое было внутри, это вот как раз такой вот характер. Следующая композиция завершает наше сегодняшнее выступление. Она посвящается всем, кто любит путешествовать. Называется «Пересекая Босфор». Приятного времени. Thank you.
Thank you.
спасибо. Всем благодарю Марию. Илья Ефимов, Марат Юрьевич, я, Мария. Спасибо большое. Сыграть заново еще что-то. То есть что-то, что уже было в программе. Нет, это я не просто так сказал. У нас просто... Начинает и выигрывает. Thank you.
Спасибо. 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 Спасибо.